человеческое лицо. Для мамы присмотрю. Ну, маме вип-зона. Нас сюда не пустят, что ли, посидеть на травяных скамеечках? Они вон оббиты травкой. Почему? Ты все еще боишься перечеркнутых человечков? А где они? Нет, ну они были. Ты вот таких вот боишься? Цепочек. Человечков перечеркнутых боюсь. Тогда не заходи. Так я и не захожу ни в коем случае. Здесь эти... Наверное, да, это для каких-то презентаций, для концертов, для танцев. Ну давай попробуем город снять. А слабо пройтись по стеклу? Ну, отпечатки многих ног вижу, поэтому понимаю, что это выдержит. Но не пойду. Что ты не пошла? Вырастили синтетическую травку. Ну, вообще-то она, ты знаешь, такая странная. Она вроде как трава. Ну, какая-то синтетическая. У нас, как всегда, маленькая фотосессия. Ну, давай, пощелкай ты меня. Так, у тебя работа сложнее. Мне надо, чтобы живот не торчал, бока не торчали, подбородок не торчал. А ты ножки. Так вот. Да? Да. Ой, ладно. Это 15 лет тому назад мы были, да? А теперь не налюбуемся. Какие, оказывается, были красивые. Да. Вон у людей фотосессия. Вот это я понимаю. А я банально в кресле. Банальщина. И то пытаюсь втянуть все сразу, не втягиваемое в себя. Ну, как-то так. Ну ладно, чем богаты, тем и рады. Лет через 30 будем смотреть и говорить, да девочки мы были, ну что мы втягивали все. А он что-то как-то так настроен у меня, что он щелкает дабл. Надо покопаться в настройках. Солнце справа или нету, все равно вам тут не скучно. Ага, ясно. А что здесь будет? Ход свободный. Так, только классика джаза, это первое, второе. Слушай, сегодня третье и ничего нету, только пятого будет. Ван де Спайл. Тоже вход свободный. Квартет Софьи Шустровой. Вокал. Ход свободный. Ну, пока люди зарабатывают себе имена. Наверное, да. На таких вот. Я, правда, может быть, они известны, я дико извиняюсь. Ой, я просто вот никого вот не знаю. Этот интерьер. Я почему-то именно люблю вот под кирпич. Помнишь, как были популярные обои под кирпич? Какие-то интересные кирпичи, старые, что ли, К-34. Прям наверное, такие они, как лаком покрытые. Мне кажется, они как раз покрыты лаком, чтобы не разрушались. Слушай, а это, может, здание просто старое, и кирпичи, клеймо старых этих может. Заводов, они так полуразрушены слегка. Видно, что это все-таки от времени скорее. Они их просто как-то покрыли лаком, чтобы они сохранились. А у меня что, ножки? У меня ножки. У меня ноги, крылья, хвост. Все. Распространяй свои проказы массы. Да. Конечно. Вот мы рассуждаем, что в городе жить удобнее и интереснее. Что можно ходить на всякие концерты. Ну вот смотри, можно ходить на курсы живописи, если кому. Катя Бездарь. Это фамилия? Слушай, это посмотри. Слушай, только, наверное, не выкладывай вот эту вот картину как-то. С нимбом, песик. Да. А там что?
у них там интересно и весело. Пустите нас туда. Просто специально, чтобы смотреть. Чтобы подглядывали, да? Дверь-то вообще не закрыта. Нет, все-таки хочется в дырочки смотреть. Нет, я бы пошла, но кажется, что это... И ножки от мыши. Ножки от мыши. Так, Наталья, все, закончилось, четвертый этаж. Смотри, какая прелесть. Ой, нет, это меня бы пугало. Видишь, какие лица. А, это ад, наверное. Босх. Иероним Босх. Если... Нет, нет, это не Босх, конечно, но я имею в виду, что там тоже же всякие ужасы инфернальные. Хорошая картина, но просто она меня пугает. Хорошая картина. На всякий случай ко всем подлизаться надо, да? Нет, но это что-то адское. Вот это спокойнее. А цветы еще лучше. Да, это для художников. Центр Ode Arts. Какое прекрасное пространство. Я даже не думала, что есть такое. Думала, каждый выживает как может. Они вот так вот объединились, такое им здание большое дали. Ну, это такое ощущение, что от руки нарисовали, и получается хорошо. Угу. Вот, пожалуйста, творческая мастерская Марьям Смирновой. Мастер-классы по работе со стеклом, витраж, мозаика, роспись. Также базовый курс по цветоведению и композиции, рисунку и живописи. Школу и приглашает. Да. Арт-музей. Улица Малевича. Гримерка 1. Прокат платьев. Фотограф, визажист, свадебный декор. Евгения Кондратьева. Путь розы. Красивая обивка кресла. Присаживайтесь поудобнее, называется. Сразу Новый год с мандаринами. Тоже мандаринку нарисовала. Ага. И правда запах пошел мандарины, елочки. А вот смотри, можно какие делать. Инсталляция, кажется. Ага. Советская кондитерская. Прикольно. Это еще интереснее. Вот только говорили о секретиках. Да, да. Теперь хочется. Смотри, какая картина. Вот вроде такая ерунда, а мне больше всех понравилось. Ага, голубь. Наталья, смотри. Там котик, там котик. И тут котик. Ты директор, что ли, тут? Самый главный, да? Не отвлекайся, не отвлекайся, мы тебя не будем отвлекать. Муза автора. Муза. Это можно прямо даже из коробок, вот из-под конфет делать такие рамки. У нее есть корм. Этот котик не голодный. Лежи, лежи. Вот, наверное, он. Здравствуйте.
эмоция. Ага. Как вы думаете, кто это? Агент 007. А, нет, агент 007, это повесят, наверное, еще. А это дочь Тамерлана. Вот мы и сомневаемся. Думаем, что ж такое-то? Это Алиса. Извиняюсь, это не агент. Дочь Тамерлана. Алиса Тамерлановна. А это Татьяна. А мне нравится ее работа. И мне нравится. Очень талантливая девушка. Это же все одной девушке Евгении Кондратьевой. Ну или женщины. Но мне почему-то она девушкой представляется. А они правда патиссоны и облепиха выпирают? Или это мне кажется? Выпирают патиссоны, да. Она вот... Вот, Евгения Кондратьева, «Однажды». Вот о ней. Не скинешь. Смотри, какой пол абстрактный. Что осталось от красок? А мне кажется, так и задумано. Не, ну так и задумано, конечно. Малевич. Слушай, мне нравится. И мне нравится. Да, жизнь-то наладилась после еды. Там мы были наверху. Арт-муза представляет метафоры повседневности. Интересно, это такая фамилия? Зато привлекает и запоминается. Очень запоминается. Так, а здесь... Ну ничего, зато мы можем посмотреть на плоды труда этого общества закрытого. Вот такое креслице классное из джинсов. Шит чехол. Книга отзывов. Присела отдохнуть. Алиса Шная. Если ты не голубой, нарисуй вагон другой. Так. Арт-Луиза, спасибо за разноплановые выставки. Вы лучшие. Красота. Арт-Муза. Творчество счастья. Ага. Это не просто люди оставляют отзывы. Это художники оставляют. Маленькие и большие. Поэтому здесь стоят карандаши. И люди рисуют и пишут, что хотят. Второй А-класс. Тема игры. Трын-дын-дын. Имя Вова. Фамилия Юрков. Настроение кайф. Арт-муза рулит. Спасибо Арт-музе. Всем привет из солнечного Узбекистана. От художников Ирина и Наталья. 16.07.2018. Арт-муза в Питере. Привет из Новомосковска. Это не гидроцефал, а я так вижу. С этого ракурса с ним все хорошо. Какая прелесть. Выхода нет. Наталья пошла эту картинку сфотографировать из ада, а мне разрешила посидеть.
У вас просто прекрасно. Так, ну что, мне тоже надо, наверное, что-то написать. Спасибо, Артмуза. Покупайте лучшие футболки, если любите грешить. Только негде писать. У всех был избыток чувств, и альбомчик закончился. Солнце не только справа, но и внутри. У вас здорово. Так, вот так. Все, ничего больше не трогай, пожалуйста. Весь флёр духовности. Сыктывкар, у вас очень хорошо. Щеки счастливого хомяка. Наталья, это не эти щеки. Иди сюда. Да, я покажу щеки счастливого хомяка теперь. Короче, вот. Вот они, щеки счастливого хомяка. Слушай, талантливый человек с юмором. Ну, я тут уже много чего талантливого и с юмором наснимала. Королева восхищения. Хочешь что-нибудь написать, если у них, конечно, найдется пустой листик? Ой, Иринка. Ты представляешь, как здесь много всего? Каких чудесных? Нет. Явно они сейчас обойдутся без наших. А здесь уже и так все. И без наших. Адам и Ева, вот даже есть белый листочек. Я хочешь что-нибудь? Я не знаю, что это мужик. Я рисую просто людей. Ни личности, ни бекра. Просто лица хочу рисовать круче. Я не знаю, что это за мужик. Не знаю, что это за мужик. И... Это не я. У меня патлы даже, когда была короткая стрижка, была не такой. А последующий текст только чтобы заполнить страницу. А вот издалека эти портреты, ты посмотри, как объемно. Вот это вот буковка А за ними, как она выпирает. Да, красиво. Выпусти своего дьявола наружу, он не кусается. Если глаз отражение души, то где сейчас твоя? Don't touch. Не трогай. Да. Ну и Любочка, помнишь, она же сперва заканчивала этот экспозиционный, а это же тоже художники. Чертик со шприцом. Господи. Тут смотри, сколько всяких. Или с кинжалом. Что тебе видится? Кинжал. Кинжал и принцесска. Наталья созрела для отзыва. Я хочу хоть что-то оставить о себе, хоть где-то. Я знаю, что это... Ну вот мы, например, смотрим. Только надо найти чистый... Ну вот, чистый лист. Да. Давай, маэстро. Давайте ваш автограф. Наталью, автоматическое письмо. Пишет, что ты там, приличная хоть? Да. Или текаем? Нет. Написали, убегаем. Наталья говорит, жаль, нет с собой помады. Она хотела оставить поцелуйчик. На свои надписи, да? Ну, давай я тебя намажу, намазюкаю. Хочешь, я оставлю поцелуйчик? Хочу. Ну, сейчас я намазюкаюсь и как-нибудь оставлю. А ты хоть знаешь, под чем ты подписываешься? Я не подписываюсь, я чмокаю. А чмокнуть могу все что угодно. Ты мне места тут для поцелуев оставь. Как целовать-то? Вниз об стол башкой? Или ты мне альбом поднимешь? На! Вот здесь, да? Да-да-да-да-да. Так что ли? Да-да. Нет, можно я вот так? Ну, давай целуешь. А теперь можно посмотреть, под чем? А то я сотру конечно. Свой ДНК-код. Наверняка там какие-то ДНК-шкварки остались. Мои. Ребята, какие же вы талантливые. Как я вам
Вами восхищаюсь. Жаль, я не с вами. Удачи. Чего ты? Не, все нормально. Замечательно. Наталью на сердечке. Не только. Вон теперь четырехлистный клевер. Символ удачи. Только он у меня пяти. Ага, ага. Ладно, если не буду расспрашивать, будет походить на клевер. Ван Клиф. Ну что, как ты думаешь, отдохнули? Можно идти? А, есть выбор. Не знаю, можно спать на диване. Похоже, тут никто никого не замечает. Наталья, посмотри, какая интересная. Я тоже смотрю, надо же спать. Да. Как-то они... Кованый стол такой интересный. Кузнецы, да. Оригинальный столик. Да, люди молодцы. Интересно, это похоже на солнышко? Я думаю, да. Наталья говорит, передай Гале, что мы очень довольны. Сама и передай. Галя, спасибо, что вы посоветовали нам эту выставку. Честно говоря, шли, еле-еле плелись. А как-то и шли, поели в столовой, которую вы нам посоветовали. Очень вкусно. И такое вдохновение тоже нашло. Ну, как вдохновение, просто силы восхищаться. Очень здесь красиво и очень интересно. Ну да, в принципе, у кого есть свободный день и хочется где-то так в тишине побродить, но посмотреть искусство современное, мы рекомендуем. Нам понравилось. Кстати, нас очень многие говорят, здесь уже мы сюда пришли, на крышу не выходят, на крышу не выходят, на крышу не выходят. Но моя сестра нашла. Уж если она пробралась в Индию, то что ей крыша? Мы были на крыше. Мы были, да, есть. Тут крыша есть. Ее не может не быть. Не может не быть, да. И, кстати, прекрасная видели, крыша. Красивые. Там девушка с мамой была, и они устроили фотосессию. В основном, конечно, мама фотографировала свою красивую дочку молодую. А мы смотрели и вспоминали свою молодость, и жалели, что у нас не было такой техники, когда мы были молодыми и красивыми. А сейчас мы просто красивые. Почему? Young, free, beautiful, happy. Как в одном сериале мне понравилось. Free, да! Включай. Сотри. Не сотру, это будет компромат. Я тебе продам. Накатила что-то, да. Вот походила, пофотографировала картины под Босха. Теперь тебя штырит, не по-детски. Ну, слушай, может, у них будет этот, какой-нибудь каталог. Сейчас, конечно, все делается на компьютере. Мне бы хотелось на какую-нибудь книжечку-каталог. Видите, какая книжка оригинальная, сделана из обычной коробки. Вот, помнишь, кольцо у тебя, которое хочу вот купить, там тоже вот с аметистом, вот такие вот лапки крапана. Прям такие. Ну, поменьше. Я тебя умоляю. Поменьше. Какую картину? Вот мне стульчик понравился, на котором я сидела.